Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе, ребятки, мы с вами поговорим о новом событии, где можно получить постоянные награды абсолютно бесплатно. А также в конце видоса вы узнаете специальные коды, которые нужно вводить в этом событии, чтобы получить бесплатные награды. Ну а для начала хотел бы всех вас поздравить с наступающими новогодними праздниками, ребятки. Также хотел всех вас поблагодарить за вашу поддержку, потому что благодаря вам прямо сейчас нас уже 210 тысяч бойцов в наших тыквенных войсках. Для меня и 200 тысяч до Нового года это была нереальная цифра, а у нас получилось 210 тысяч. Огромное всем спасибо, ребятки. Кстати, сегодня и завтра, 31 числа, на канале будут проходить стримы, поэтому обязательно приходите. Ну а в честь Нового года в этом же видосе, ребятки, я запускаю розыгрыш 2 Royal Pass'ов. Ну а для участия вам нужно быть подписанным на YouTube канал, подписанным на Instagram, ссылочка есть в описании, поставить лайкосик этому видосу и, конечно же, написать в комментариях под этим видео любой комментарий на ваш вкус, где вы укажете свой игровой ID, чтобы я мог вам перечислить те самые 600 UC-шек. Всем желаю удачи, всех поздравляю еще раз с наступающим Новым годом, ну а мы возвращаемся к видосу, ребятки. Сегодня в игре появилось новое событие. Кстати, вот этот персонаж, который у нас тут нарисован, напоминает мне какого-то персонажа из фильма. Если вы поняли, о ком речь, напишите в комментариях, ребятки. Где мы можем с вами получить постоянные награды абсолютно бесплатно. Ну, так у нас написано, да? Давайте разберемся все-таки, что это за событие и как им можно воспользоваться. Во-первых, здесь есть у нас вот такие вот миссии, которые нужно выполнять. Во-вторых, у нас падают вот такие вот ящики, которые не всегда реагируют. Сейчас мы к ним вернемся. Я часто нажимаю, вот прямо сейчас нажимал, ребятки, чтобы вы понимали, у меня не среагировал этот ящик. Я не знаю, как это работает, а вот сейчас реагировал. Вот ящик мы получили с вами, и здесь можно получить какую-то награду. Об этом поговорим далее. В общем, у нас есть миссии, как я уже сказал, да? Нам нужно выполнять эти миссии, и взамен мы получаем вот такие вот светящиеся палочки. Новогодние вот такие светящиеся палочки. Также такие палочки можно получить взамен определенного кода, который можно сюда ввести. Коды я приготовил для вас в конце этого видоса, ребятки. Так вот, мы получили вот эти вот палочки, да, или за миссии, или, допустим, за код, да, который я вам покажу. Их можно обменять на монеты, а вот за монеты вы можете приобрести себе одну из этих наград. Ну, если вы, допустим, задонатите, потому что здесь есть и донатная версия, конечно же, да, вы сможете купить здесь все себе. Но, что самое интересное, здесь у нас есть возможность самолет получить, ребятки, за 999 монет. Пушечка вот такая, есть у нас салюты вот эти 2021, да, кейсики. И что самое интересное, я думаю, что многих заинтересует, это карточка ID, которая стоит 300 монет. Карточка ID, я думаю, это самая нужная и интересная вещь, которую можно вообще отсюда получить. Так что, собственно, давайте перейдем к правилам, посмотрим, что за правила у нас тут есть, что нам нужно сделать, чтобы можно было получить те самые вот эти монетки, да, и, конечно же, взамен получить вот эти крутые награды. В общем, забираем вот эти вот палочки, окей, забрали их, и возвращаемся сюда в события, да. А здесь у нас светится вот этот вот ящичек опять. И мы здесь ничего не можем получить. Если что, вот с ящиком у меня всегда проблемы, ребят. Они там падают, я нажимаю, только один раз из трех реагирует. Окей, ладно, давайте перейдем все-таки к правилам, да? Период события с 30 декабря по 3 января. Всего 5 дней. Прям уточнили. Выполняйте ежедневные задания и получайте светящиеся палочки. Подпишитесь на официальную страницу сообщества, чтобы выигрывать коды, и их можно уже обменять на дополнительные светящиеся палочки. Ну, то есть имеется в виду Инстаграм и так далее, потому что коды я взял часть из Инстаграма, часть не скинули подписчики. Если что, ссылочки на PUBG Mobile есть именно в описании. Используйте светящиеся палочки на странице события, чтобы получить 10 монет. Сейчас мы с вами это заберем. Отправьте другим игрокам новогодние подарки на сумму 2021 UC-шку и получите 2021 монету. Вот то, что я говорил про донатную часть, да? Находящимся в сети игрокам будут видны новогодние поздравления, написанные отправителями. Нажмите на них, чтобы получить новогодний подарок. В принципе, вот это и есть те самые ящички, вот эти, которые у меня не всегда открываются. Каждый игрок может ежедневно получить до 10 таких подарков. Так что сидите онлайн, клацайте, пока вы не откроете хотя бы 10 ящиков. И шестой пункт. Монеты можно обменять на награды,
на соответствующие страницы. То есть на этой странице награды будут отправлены на игровую почту. То есть, если у вас есть монетки, и вы обменяли на какую-то награду эти монетки, то она придет вам на почту. В принципе, так всегда и происходило. Я не знаю, зачем они здесь написали: удостоверьтесь, что ваш почтовый ящик не заполнен. Чем он может быть заполнен, без понятия. Окей, правила очень простые, ребятки. Как вы видите, событие тоже простое. Есть годные награды. Самое главное, это, конечно же, карточка ID. Да, там самолеты, кофта и так далее, но для этого уже понадобится донат в игру. Или, возможно, можно будет получить что-то бесплатно, если вдруг появится больше кодов, да. Поэтому, ребят, если вы хотите не пропустить код, да, во-первых, я сделаю и пост в сообществе, не проблема. Но все же подписывайтесь на Инстаграм, тем более это для розыгрыша нужно, да? Потому что там всегда вот самые свежие новости всегда появляются, и вы ничего не пропустите. Окей, в общем, забираем вот отсюда вот эти монетки, да, вот взамен на светящиеся палочки. Видите, у меня здесь написано бесплатно, то есть я нажимаю, забираю, потому что я уже активировал коды. И прямо сейчас я вам покажу эти коды, ребятки. Их на данный момент целых 4 штучки, этих кодов. И я специально для вас, чтобы вы могли их скопировать, оставлю или в закрепе, или закреплю комментарий, да, или в описании под этим роликом специально оставлю для вас эти коды. Если вдруг появятся новые, я туда их тоже буду добавлять. Так что, если что, там, перезаходите. Если вы не хотите подписываться на Инстаграм, перезаходите на Ютуб и смотрите, если вдруг появляются новые коды, чтобы вы могли ими воспользоваться. Почему я их оставлю там? Потому что, ребят, есть коды и на английском, а есть коды и на русском. И там есть восклицательный знак, там у нас буква Ё. То есть нужно все написать точь-в-точь, как я вам оставлю именно в комментариях. И только тогда этот код сработает. В принципе, та же самая история, как и было у нас с ивентом Спартака. Помните, да? Когда была коллаба со Спартаком, там нужно было тоже вбивать определенные коды, именно точь-в-точь, как нам их говорили. Потому что в другом случае они просто бы не сработали. И вот первый код, ребятки, это «С Новым Годом». Ну, в принципе, конечно же, логично, да? Ничего такого сверхъестественного. Другой код, который вам нужно, это «Спи, елочка, бай-бай». Вот это вот я не знаю, кто придумал, конечно же, но это нужно обязательно вставить, именно как я вам оставил в комментариях. Следующий код — это у нас PUBG Mobile 2021. Ну, в принципе, снова же логично. И еще один код, ребятки, который вы можете использовать, это PUBG Mobile PK. В общем, как я уже сказал, эти коды вы можете найти или в закрепе, или в комментариях. В принципе, событие годное, да, как бы, как всегда, есть, к сожалению, донатная часть в данном событии, да, но если в этом событии будут намного больше кодов, а не как в событии со Спартаком, там было 3, если не ошибаюсь, да, тогда можно сказать, что, в принципе, событие очень даже неплохое. В общем, на этом видос заканчивается, ребятки. Если он вам понравился, был полезным, обязательно влепите лайкосик. Если он вам вдруг не понравился, ставьте дизлайк. Обязательно пишите комментарий, где вы укажете свой ID. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм и на Ютуб, чтобы участвовать в розыгрыше, да, этих 2 Royal Pass'ов. Залетайте на стримы, ребятки, сегодня вечером 19:00. Ну а завтра, 31 декабря, стримчик я запущу в обед. Так что залетайте на огонек. Ну а с вами был Dream, всем топ-1.